В Украину идут похолодания и снегопады, которым будет предшествовать несколько дней небольшого потепления. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра. Этой зимой наблюдается весьма динамичное поведение синоптических процессов в Европе. Из-за этого в регионе происходят постоянные температурные качели с перепадами давления и порывистым ветром. 20 января на погоду в Украине окажет влияние атмосферный фронт очередного северного циклона Айда. В связи с этим в некоторых областях будут наблюдаться значительные снегопады и сильный ветер. Ночью без осадков, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях небольшой снег и мокрый снег. В Карпатах и Закарпатье значительный снег, метели, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Утром и днем в западных областях порывы 15-20 метров в секунду. На дорогах местами гололед. Температура в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ночью 10-15 мороза. Днем 1-6 мороза. На остальной территории ночью 3-8 мороза. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Одесской, Николаевской областях и в Крыму от 1 до 6 градусов тепла. В Карпатах ночью 7-12 градусов мороза. Днем от 4 до 9 градусов мороза. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних актуальных событий. Ставьте колокольчик, чтобы первыми узнавать точный прогноз погоды.